Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы убили даму с сиськами, которая была вот тут. И я хотел найти босса, с которым можно было бы подраться здесь. И я знаю, где он находится. Так, сейчас нам нужно... Что происходит вообще? Почему я так... А, понятно, я же Кристал Халберт по новому достал в прошлой серии. Так, поставим свой лук. И сейчас мы идем в самый низ, туда, где я был несколько серий назад, спрашивал у вас, что там нужно делать. Но я не успел почитать, потому что та серия так и не вышла еще на момент выхода в эфир. Поэтому до этого мне пришлось додуматься с помощью советов людей, проходивших эту игру, где она находится. Потому что в предыдущей серии, практически большую часть серии, я бегал и искал именно этого босса, Гвиндолин, собственно, настоящую, а не эту Гвиневер, которая является... фейком, так сказать. У нее, кстати говоря, можно до того, как ты убьешь эту принцессу, принять ковенант. Он секретный, оказывается. То есть, когда вы убиваете где-то, я не помню где, по-моему, в катакомбах находите колечко, как оно называется, Dark Moon Seance Ring, вот это колечко, когда вы его находите и спускаетесь вон туда вниз, в самый-самый низ, то на этом бонфайре вы сможете, короче говоря, у вас появится новый проход в стене, и таким образом вы сможете поговорить с ней и принять ее ковенант. Но вы, как знаете, я к ковенантам отношусь довольно-таки прохладно, поэтому мне пофигу. Поэтому я убил Гвиневер, и сейчас я убью Гвиндолин. Говорят, что босс довольно-таки сложный. Но мы попробуем. Почему бы нет? Самый-самый низ. Так, Таперч. Пока что вместо вот этого кольца с кувырками мы поставим, собственно, наше Dark Moon Ring. И давайте смотреть, как тут это что делать. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Но, по идее, мы все делаем правильно. Нет? А, вот, смотри, да, теперь у нас появился проход. А если я теперь сниму кольцо? Проход исчезнет, нет? Проход не исчезает. Так, мне, по идее, нужно бы использовать человечность, да, прокачать Кайндл на этот костер, чтобы он давал нам больше фласков. Но я не буду этого делать. Ковенант. Потому что бонфайр поблизости, я не думаю, что это будет очень сложно. По крайней мере, не с первой попытки, так... Короче, неважно. Пойдемте посмотрим, познакомимся с настоящей принцессой этого королевства. Еретик. Да, я такой. Короче говоря, она очень недовольна. Темное солнце, Гвиндолин. Мне сказали прятаться за колонны по бокам от нее. Да, попробуем. Ну ладно. Спокойно, братья. Сестру не верни. Ох, как хорошо. Так, нужно по-быстрому действовать, короче говоря, ладно. Пока она не успела отбежать, нужно что-то делать. Да, бляха-муха, опасно. И успела отойти, да? Ладно.
Нужна скорость. Скотина, блин, к тебе не подойдешь. Может, тебя луком? Нет, луком бесполезно. Что-нибудь придумаем, короче говоря, не волнуйся, дорогуша. Понял, прости. Нравится? Скотина. Ладно, понятно, в общем, что с тобой делать. Ну, давай, дорогуша. Ах, скотина ушла. Ну, скотина и есть скотина. Тихо-тихо-тихо, дорогая. Успел. Сделал гады сердце радость. Какой поп-коп все-таки скотина, да? Это же обалдеть. Так. Так. А теперь побежали. Добрый день. До свидания. Это было просто. Наверное, самый простой босс в игре. Проклинаю тебя навечно. Ничего, я привык. Не ты первый, не ты последний. Хорошо. Что дальше? Душа Гвендолин. Секретный босс. Хорошо. Нам даже приз дали. Плевать, конечно, эти призы, но тем не менее. Так, что мы тут имеем? Ух ты! А не будет ли у нас тут еще один босс? Не хотелось бы. Я сделал это. Да что тут делать-то? Этот настолько элементарный босс был. В чудо. Но чудесами не увлекаюсь, к сожалению. Нормальный. Ты посмотри. Хорошо. Так, что тут? Ничего. Но, похоже, в этой локации мы единственное вот эти призы найдем. А так нужно отсюда возвращаться, похоже. Так, а с той стороны? Ненавижу. Блин, поп-коп стал, натурально заматерил стал, настоящий сволочь. За все свое время пребывания в Скайриме, Dark Souls. Что же с ним будет дальше? Пусто? Какого хрена? Так, давайте посмотрим. Но защита, не могу сказать, что впечатляет. Крепкая, конечно. Но красивая, похоже, броня. Офигенно, ты посмотри. Эта броня была у той девушки, Firekeeper Soul, которую хранила около бонфайра первого Ванерлонда. Блин, мне нравится эта броня, надо посмотреть, что потребуется для ее прокачки. Я готов пожертвовать немножко мощностью защиты. То есть, ну, короче говоря, защитой ради внешнего вида. Потому что эта броня, на мой взгляд, даже более красивая, чем, скажем, броня Орнштейна, которая мне очень нравилась внешним видом. Мне пока что три брони очень нравятся внешним видом. Это броня Орнштейна, броня Паладина, в которой я хожу. И вот эта броня теперь мне тоже нравится. Она очень такая крепко подогнанная. Натурально очень. Очень-очень-очень. Ну да ладно. Так, теперь что еще? Сколько у нас времени еще в этой серии? У нас времени еще полчаса в этой серии, поэтому мы сейчас пойдем обратно в академию. Там у нас был зал наверху, насколько вы помните, где мы дрались. Ну то есть первый раз нам попался на глаза дракон.
Но теперь, так как дракон мертв, там может какой-нибудь ништяк лежать. Сначала давайте посмотрим, сходим к кузнецу, который здесь поблизости находится. Буквально в минуте ходьбы. Посмотрим, что от него потребуется. Вообще, можно ли прокачать эту броню. Но вообще, эту локацию мы раздраконили полностью. Так, нет, не в эту сторону. Поп-коп такой, кого хошь убьет. Надо было сделать человечный, чтобы было не так скучно тут бегать, чтобы лезли какие-нибудь фантомы. Хотя зачем, мы двух уже в предыдущей серии убили. Просто сбегаем у кузнеца, проверимся, да уходить отсюда уже пора, тут нам больше делать особо нечего. Кстати говоря, фантомы-то уже лезть не будут, потому что мы же убили Гвиндалин. Я так думаю. Так, с помощью Твинклинг Титанайта можно неплохо прокачать. Давайте купим на все деньги Твинклинг Титанайт. Это нам, конечно, не намного хватит. Но хоть что-то. Это плюс один. Это плюс один. Это плюс один. Подожди. Вот это плюс один. Теперь это. Это. Так. И, собственно, все. Хорошо. Я, похоже, в этой броне останусь. Что-то она мне очень приглянулась. Она такая, да, средняя между тяжелой и легкой. Ну, собственно, средняя броня, она и есть средняя броня. Так, сейчас мы поднимаемся туда, проходим, идем к академии. Там, интересно, враги будут. Ну, там-то, по идее, они должны быть. Почему бы им там не быть? Потому что все-таки Анарлонда и эта академия — это две разные локации. И то, что на одной затмение, не означает, что на другой враги должны пропасть. Посмотрим, короче говоря. Блин, прикольная броня, мне она нравится. На шлеме, конечно, сзади такая деталька, что представьте, на спину упасть, это себя запороть можно. Так, я, похоже, на лифт не успею. Причем чуть-чуть, что самое обидное. Давай, давай, пошел, пошел, пошел. Успел. Ну, отлично. А, по идее, еще надо Firewing Shrine сгонять, чтобы свою Firekeeper Soul очевидно использовать. Пусть будет, как говорится. Пусто. Это меня радует. Потому что с этими воинами уже неинтересно драться. Я их столько раз убивал, я на них в основном качался тут. Что уже как облупленных их знаю, их тактику. Просто зачастую они попадают, потому что они большие, на них неудобно наводиться. Поэтому довольно-таки раздражающие противники. Так, и что после этого нам нужно делать? После этого у нас остается 4 короля в бездне. Да, остается спуск в ад. А в остальном, насколько я понимаю, локаций-то больше не осталось. Ну да, не так уж и много осталось нам в этой игре. Так, вот мы снова в этой локации. И сейчас нам нужно подняться на самый-самый верх. Посмотреть, как говорится, что там. Я надеюсь, я ничего тут не пропустил, но я, по-моему, все изнюхал в данной локации. Пропустить что-то было затруднительно.
Ой, прикольная броня такая. Изящная. Да вы запарите, ребята. Да ты хоры вертеться, а? Так, давай. Давай отойдем с прохода, а то сейчас прилетит нам что-нибудь нехорошее. Тихо-тихо, дорогой. Свидание. Я все забываю, что эта локация, она очень смертоносная. То есть, казалось бы, обычные враги, но проблем с ними не оберешься. У него, кстати, голос похож на голос Сибито из Сирены. Давай, иди сюда. Живой еще, что ли? Готов. Ладно. Пойдемте вон того под лестницей убьем. А потом нужно на втором этаже вызвать лифт. Или на третьем, я не помню. Так, ребятушки. Блях, это что ж творишь? Так, теперь ты ко мне полезешь, да? Ну, давай. Слушай. Не умею ее парировать. Всего хорошего. Пока-пока. Так, теперь. Дракон убит. Огромное его ложе что-то может нам дать хорошее. Хотя, возможно, там будет пустой зал, и не придется несолоно хлебамши валить отсюда. Там не было, посмотреть обязательно стоит. Так. Интересно. Ты проклят. Ух ты, магический янтарь или уголь. Мне больше нравится перевод этого слова как уголь. Он тут больше подходит по смыслу. Если в мире нет огня, то угольки, конечно, ценятся. Что-то я заговариваюсь опять. Опять, видимо, уставать начинаю. Четвертая серия за сегодня. Так, что еще мы тут можем почерпнуть полезного из этого места? Как минимум эмбер взяли. Я, конечно, магию на оружие особо не накладываю. Хотя, возможно, и стоит. Скажем, вон у меня есть фальчон плюс 10, по-моему. Душа великого героя, это неплохо. Так, ну и все, что ли? По-моему, да. Я тут не был же. Устаю. Лучше еще раз пробегусь. Я не совсем уверен, был ли я на этой части полукруга, не был. Поэтому лучше проверю еще раз. Так, ну и все. Бонфайра поблизости не видать. Поэтому мне сейчас придется использовать Homeward Bone. Так, а тут что? А, ну это вход.
Тут больше ничего нет. Homeward Bone, потом Firelink Shrine, перемещение. Да, собственно, пора отправляться в ад. Да еще что-то нужно сделать с теми четырьмя королями. Но я не думаю, что это будет настолько уж сложно. Единственное, мне нужно будет жрать травку. Ой, подожди. Короче, с этой локации все. На этой локации мы закончили. Нужно будет жрать травку Green Blossom, то есть, которая очень сильно увеличивает выносливость у персонажа. Чтобы он не выдыхался и по-быстрому долбить Хаусблейдом этих тварей. Но самое печальное то, что они сами по себе очень больно бьют. И нужно быстрее их убивать, пока не появились другие. То есть тактику-то я полностью знаю, но при этом я все равно не знаю. Так, я, кстати, твою дочку нашел недавно. А, привет. Неплохо справляемся, оба, верно? Пока что отца не нашла, а ты его не видела? Ой, не видел. Я его, честно говоря, тут в последний раз видел. Давайте ответим. Нет, давайте будем честны с ним. Ладно. Спасибо тебе, говорит, я продолжу его искать. Может, тут последний раз был? Или нет? Тут. Тут он был. Папаша у тебя вообще бедовый. Это просто кошмар какой-то. Шо? Ты, может, со мной заговоришь наконец? Девушка-красавица. Не может она говорить. Ладно, бывает. Так, ну что теперь? Давайте посмотрим, куда нас тут дорога приводит. Осмотримся на новой локации. На последней, насколько я понимаю. Потому что в остальных местах мы везде побывали уже. Будем помаленьку осваиваться. Говорили, что на этой локации самые сложные враги. И более того, здесь половина врагов — это боссы из предыдущих локаций. То есть боссы здесь в качестве обычных врагов идут. Мы такое уже видели в Кристальной пещере, где Moonlight Butterfly была в качестве обычного животного. Так, вот тут как-то мне должно опускать туда вниз. Но, видимо, сначала мне нужно спуститься. Так, куда я иду? Сначала нужно спуститься, там мы осушили от лавы какую-то дорогу. Там, возможно, дернем какой-то рычаг, и этот лифт начнет работать, потому что это очевидно лифт. Не знаю, разберемся. Эти парни так и не смогли меня заразить ни разу. Чтобы у меня вместо головы яйцо паучье выросло. Это меня радует. Так, топерч. Куда мы идем? Вот здесь у нас... Здесь у нас все было в лаве, и сюда мы еще ни разу не ходили. Поэтому давайте осваиваться. Подожди, мне кажется, нет? Сейчас я убежу, что сзади никто... А он поганца ходит. Это что, правда, что ли? Мать вашу, да вы издеваетесь, да не может этого быть. Офигеть. Просто не могу поверить. Таурус демоны в таком количестве против меня. Я с одним-то вначале плюхался. Но если у него столько же жизни осталось, как у него было на момент последней нашей встречи, то я думаю, я его с ударов двух буду вырубать. Но если же он
их усилили, если то это, я просто представляю, что это будет такое. Блин, я не хочу туда. Вот там у нас что-то блестит. Ой, как мне не нравится эта локация. Лава сколько. О, это же ты. Ну-ка. Просто душа. Ради души я, что ли, сюда шел? Твою мать. Офигеть. Это не такой уж и сложный. В одиночку. В единственном экземпляре. Ну ладно, мне поспокойнее стало. Похоже, что их не усилили. То есть они как были тогда, когда боссами были, так и остались. Так, ну что-то надо с вами делать, ребят. Я не знаю. Двое за раз. Отлично. Или ты один таки побежал? Молодца. Могёшь, умеешь. Офигеть. Все хана мне, да? Надо было... О, нифига, что он творит. Да ёлы-палы, я же... Ах, ладно, не буду отмазываться. Я сам сгубил. Я еще живой. Ладно. Да, ребята, у нас, надо сказать, проблемы. Последний раз я такой на Денди видел, чтобы боссов делали под конец стандартными врагами. Я даже помню игру, которая... Нет, не помню ее название. Так, ну. Повыше надо было стрелять. Пониже. Так, вот. Короче, это будет то еще главной болью, похоже. Да ёлы-пал, какой я меткий. Ну ладно, если вспомнить, что они умеют, то это не так страшно. Я просто думаю, что они вон там охраняют что-то хорошее. Но вообще нам нужно вон туда идти, я так понимаю. Не может быть, чтобы каждый раз нам приходилось проходить через такое количество врагов. Сколько их еще? Раз, два, три, четыре, пять. Ну не может быть такого. Это слишком по-садистски. Хотя это Dark Souls, чему тут удивляться. Мне нужно будет пробежать мимо них, взять эту штуку. Я думаю, я в состоянии это сделать, не вступая с ними в бой. Вы явно что-то, ребята, охраняете неплохое. Ладно, понял, это была ошибка. Это было большой ошибкой. Жив. Уйди, я нифига не вижу, уйди. Уйди, пожалуйста, уйди, мне хана. Тут уже без сомнений, как бы, да, что мне хана. Ладно, опыт будем считать неудачным. Где ништяк-то лежит? Блин, он... Отлично. Отлично.
Я не знаю, что тут делать. Но по идее это можно их убивать по одному, но это будет достаточно долго. Против такого количества явно не справиться в одиночку. Ну ладно, Хаос Эмбер мы взяли. Там еще какой-то ништяк лежит около них. Но вообще эта локация, похоже, будет самой веселой. Я уже не помню, как того босса зовут, который с двумя мечами похож на Пирамид Хеда своей манеры поведения. Вот мне охота посмотреть, он живой сейчас или я его убил, он больше не возродится. Потому что мне кажется, что он как тут рядовой враг. Я не могу в это поверить, конечно, по-моему, это так. Вот так вот они со мной. После всех тех часов, которые я потратил на их игру, они показывают, насколько меня ненавидят. Так, ну давай, покажись. Да, он там стоит, по-моему. Да, вон его башку вижу. Ну давай, че. Вот такой меня. Шо? Надо было уворачиваться. Какой ты подвижный. Скотина, задел. Три удара, что ли? Да вы издеваетесь. Ну ладно. Или они их специально сюда вбили, чтобы я мог почувствовать себя убер-крутым и убер-сильным. Подожди, там же еще какая-то блестяшка лежала. И я не могу уйти без блестяшки. Вон она лежит. Но как я ее возьму, если... Если там лава. Я хочу блестяшку. Я, наверное, сейчас опять погибну. Да не наверное, я сейчас опять погибну. Но при этом я ее возьму. Нет? Давай, давай, пошел, пошел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне хана. А, это большая душа просто. Ну все, тут вроде больше брать-то нечего. Все, что мог, я взял, да? Ладно. Ладно. Офигеть. Ну, по крайней мере, я свою клептоманскую натуру успокоил. Теперь не будет у меня гореть, свербить желание своровать еще что-нибудь. Потому что там больше ничего нет вроде. Вон там, если увидите вот этот вот балкон такой природного происхождения, то там мы дрались. Как его назвали-то? Дисчардж какой-то. Ну, короче говоря, демон такой, диабло такая была. С ним тоже довольно просто было драться. Так, ладно. Там ничего не блестит больше? Ну, кроме моих душ, больше ничего. Ну да ладно, можно успокоиться на этом. Теперь я точно знаю, что там фигота была. Ну как фигота, душа, это, конечно, всегда пригодится. Но вообще нам куда-то вот сюда нужно двигать. Отсюда, я думаю, мы не пройдем, мне просто охота осмотреться. Да, это кошмар. Кто-то вон туда мы сейчас пойдем. Но вообще, по отдельности, вот эти вот драконы, они... Ой, драконы, говорю. Вот эти вот козлиные демоны, они большой опасности не представляют. Я уже на том уровне, что можно смело на них забивать большой ржавый болт. Поэтому иди сюда, дорогой. А раньше был босс, который меня чуть ли не ваншотил, да? Надо будет бонфайр тот как-то, я не знаю, прокачать, что ли. Потому что 15 фласков здесь маловато, на мой взгляд. Так, ладно, аккуратно, чтобы не упасть. Хорошо.
Ох, ёлы-палы, сколько вас там? Ох. Ох-хо-хо-хо-хо. Раз, два, три, четыре. Четыре таких демона. И это, по-моему, очень... очень по-садистски. From Software. Что, нравится? Мне еще есть. А голову? Голову 27. Давайте одного убьем. О, голову 40. Ну, ладно. Еще выстрелов 5, а ты на том свете. Рядом с ним стоит, что-то всполошился такой. Типа, что происходит? Что происходит? Так, ладно. Блин, что-то ни хрена не убавляется, пошли. Мне уже надоело. Вот отсюда, может, ты на меня сагришься. Во, 91. Офигеть. Вот, вот это гораздо лучше. Так, может, у тебя так же. Пока нам прет. За них всего по 800 дают. Это, по-моему, просто смешно. Да, блин. Хорошо. Чем ближе, похоже, тем больше урон. Похоже на то. Если тут в начале самом такой кошмар, что же дальше будет? Ты сдох наконец? Так, у меня других стрел-то нет? Нет. Так, еще трое у вас. И там внизу какой-то ништяк лежит. Я могу туда спрыгнуть вот за этим, но зачем мне это? Это, скорее всего, душа, потому что на таких телах, как правило, души именно лежат. Это что за хрень такая? Ладно, как спустимся, узнаем. Так, по одному у вас можно вытягивать, нет? Со всей гурьбой у меня, как правило, шансов, я думаю, не будет, если я буду драться сразу с тремя. Как хорошо, что я лучником играю. Нравится тебе, дорогой? Так, все, прощай. Теперь ты. Так, тихонько повыше. Нормально. Стрелы меня тут просто выручают. Я думаю, это было бы натурально кошмаром. Представьте, с пятью сразу драться. Это же, ну, невозможно. А так, тише едешь, дальше будешь. Это явно лучше, чем потом по новой бежать от бонфайра. Поэтому лучше не спеша, потихоньку. Будем разделывать их под орех. А вот с одним уже можно пободаться. Так, а что ты замешкался? Иди сюда. Тормаживает опять. Ну? Да на тебе, мать твою, за ногу, а? Ох, все никак не приучусь к тому, что они опасны. Сказал чушь какую-то. Ну, короче говоря, то их легко убить, то сложно. Хрен поймешь. Это у нас босс, что ли? До него еще добраться нужно. Там столько всякой покони стоит. Вообще, я думаю, там не босс. Потому что мы еще не нашли, куда тот лифт спускается. А может и босс? Да не, босс, скорее всего.
это что такое? Ты что можешь? Нормально, живем. Так, аккуратно, тут еще могут быть штук 5 этих демонов рогатых. Вроде не видать пока. Что, заметил меня? Никакущий. Шо? Теперь, что ты за хрень? У тебя довольно неплохо кончается жизнь. Ой, какая ты пакостная тварь, а. Поэтому тебя можно бить, я думаю. Тихо. Блин, как бы этой ловушки не было. Бонфайр спереди. Чуть не вижу. А, вон он, смотри, на самом деле. Ладно, не страшно. За ништяк тут лежит. Опять душа. Ну, как я и говорил. Я подумал, там еще какой-то монстр. Зачем я это сделал? Не знаю. Ладно, у нас бонфайр прямо перед непонятной дверью. Скорее всего, там будет босс. Поэтому мы его сейчас зажжем и прокачаем по полной. Перч. Мы делаем так. Kindle. И еще раз Kindle. Kindle вообще, конечно, правильно. Или Kindle. Не знаю. И на этом, я думаю, мы прекратим эту серию, потому что я, честно говоря, по времени сбился, но, по-моему, уже самый раз заканчивать ее. Я могу сказать, что эта локация довольно-таки страшная, очень много здесь неприятных монстров, но, по крайней мере, мы со всем справляемся. Увидимся в следующей серии, продолжим зачищать ее. Я думаю, в следующей серии первым делом мы пойдем к боссу и умрем, потому что каждая серия должна начинаться с моей смерти. Такое правило у нас. Но мы, по идее, уже близки к завершению данной игры, потому что осталась вот эта вот локация, да, и 4 короля, да, в остальном-то игра уже полностью пройдена. Могу сказать, что с одной стороны меня это радует, потому что эта игра настоящая главная боль, но с другой стороны это одна из лучших игр, которые я играл за последнюю десятилетку. Поэтому мне маленько печально, что она подходит к завершению. Я, конечно, буду в нее для себя еще играть, но вот именно прохождение, на мой взгляд, мне очень полюбилось самому и полюбилось очень многим зрителям. Как бы там ни было, увидимся в следующих сериях. Пока что прохождение еще идет. Так что увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего.